Дети, захваченных движением Хамас израильских заложников, устроили акцию протеста перед зданием Кнессета в Иерусалиме. Молодые люди расположились в клетках, обклеенных призывами к руководству еврейского государства, как можно скорее пойти на сделку с палестинскими радикалами. На сегодняшний день хамасовцы по-прежнему удерживают более 100 израильтян, захваченных 7 октября минувшего года в ходе вооруженного вторжения в еврейское государство. Армия обороны Израиля продолжает наземную операцию в секторе Газа, но пока за несколько месяцев боевых действий израильским военным удалось самостоятельно освободить лишь несколько человек. По данным израильской разведки, не менее 40 заложников уже могли погибнуть в ходе непрекращающихся боевых действий в палестинском анклаве.